Здравствуйте! Сегодня перед вами представлен автомат закаточной модели MZ400E4, настроенный на крышку К3. Давайте я вам продемонстрирую, как он работает. Пожалуй, начнем. Видите, ровненький ободочек. У машины также есть, естественно, регулировка производительности. Я сейчас сделал, как было удобно мне. Для вас, естественно, как вы себя подберете. Сейчас я вам продемонстрирую его возможность. Пожалуйста, на боковой стенке есть специальный частотный преобразователь, на котором есть управление. Пожалуйста. Вот он, максимальная скорость. Я, естественно, на ней не могу, у меня не получается съездить, что каждый день этим занимаюсь. Пожалуйста, мы с вами можем уменьшать, уменьшать, уменьшать. Теперь я вам продемонстрирую, как мы с вами можем перейти на другой тип и размер тара. Откручиваем стаканики. И меняем его. Следите, чтобы стаканчики были плотно прикручены снаружи. Впрочем, все, вся переналадка. Запускаем. Как видите, юбочка тоже очень ровненькая, все аккуратно. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся.